Татьяна Анисимова, взяв призовое место на областном конкурсе, решила попробовать свои силы на международном форуме «Одаренные дети». В этом году он проходил в школе искусств имени Балакирева. Девиз форума – добровольчество – нравственный идеал нашего времени. На актуальные темы – милосердие, волонтерство, добровольческая помощь – участники номинации «Изобразительное искусство» представляли свои работы. Рисунки, плакаты, писали эссе и готовили реферат. На конкурсе Татьяна представила монолог от имени известного художника Николая Рериха. Особенность этого форума конкурса в том, что там участвуют не только художники, там больше, около 20 номинаций, разные отрасли знаний, и научные, и там богословские, значит, правоведение, журналистика, и в том числе вот, номинация «Изобразительное искусство», конкурс. В рамках конкурса участники должны были не только уметь хорошо рисовать, жюри оценивало умение ребят достойно представлять творческие работы. К конкурсу готовилась примерно месяца два. Что самым трудным было, вот, по твоему мнению? Мне кажется, рассказывать монолог, отвечать на вопросы. Как ты думаешь, ты заслуживаешь третьего места или все-таки первого? Мне кажется, первого. А почему? Потому что мне кажется, что у меня самая лучшая работа. Работы Татьяны Анисимовой необычны тем, что написаны они мазками, что делает их интересными и красочными. Больше всего ей нравится рисовать с натуры, придумывать самой образы, писать акварельными красками и рисовать по ткани. Мечтает она стать дизайнером, но в каком направлении – одежда, ландшафта или рекламы – пока не определилась. Но у нее все впереди, так как ее творческая жизнь только начинается.